Привет, привет, привет! Ну а этим видео я закрываю рубрику открытия подарков на Новый год. Действительно, подарков было много, видосы были разные, и дроп был у всех разный, но больше всего мне все-таки нравятся подарки, когда покупают три в одном. Это самая выгодная акция. В остальных волнах люди часто ничего не качают. Итак, Крейзи Славка и, конечно же, большое количество подарков, купленные чисто за рубины. Это не звездные подарки, так что не радуйтесь, здесь очень много денег влито в персонаж. Ну что ж, давайте вместе посмотрим, позавидуем. Ну и, конечно, все результаты данного видео можете посмотреть в конце. А я, если честно, был дропу немного удивлен. Особенно, когда призы выпадают прямо один за одним и несколько раз. Смотрите, ставьте лайки. Ну и, конечно же, радуйтесь. Радуйтесь за нашего игрока.